Несмотря на санкции, интерес зарубежного бизнеса к нашей стране и региону только растет. На прошлом форуме Кубань заключила больше 200 соглашений, более чем на 140 миллиардов рублей. Как не снизить планку и первоклассно организовать инвестфорум в феврале следующего года, обсуждают в Сочи уже сегодня. В первом заседании оргкомитета под председательством вице-премьера Дмитрия Казака принял участие и глава региона Вениамин Кондратьев. Участники обсудили даты, место и параметры проведения инвестфорума. Все демонстрируют готовность к проведению форума, та, которая необходима по состоянию на сегодняшний день. Я уверен, что он пройдет на таком же высоком, достойном уровне, будет интересен для всех участников. Будут обсуждаться традиционные экономические вопросы, взаимоотношения с регионами. Перед страной стоят новые национальные цели и задачи, которые станут предметом обсуждения на предстоящем форуме с участием представителей органов власти, с участием бизнеса. По хорошей, доброй традиции. До сентября будет сформирована дорожная карта. Там будет обозначено информационное наполнение форума, предварительный список участников, кому подготовят приглашение. Все службы региона готовы провести форум на высшем уровне, уверен губернатор. Краснодарский край совместно с фондом «Росконгресс» отвечает за питание, размещение, транспорт и работу волонтеров. К 10 августа по каждому направлению будут окончательно сформированы рабочие группы.